Когда у меня в руках оказалась эта картина, единственное определение, которое я смогла этому дать, это слово «чудо», но не в том смысле, с которым я всю жизнь его употребляла. Вообще в совершенно новом каком-то содержании. И вот это вот ощущение, что эта иллюстрация, она открывает такие грани образа друга синего кита, образы его качеств, его добродушия, его великодушия и тех строк, которые в песне живут, вот это нежное сердце, что-то такое, чего я никогда раньше не ощущала, и что мне предстоит открыть, но это такое необыкновенное по красоте, по тонкости. И вот эта вот направленность туда, к этой красоте, и эта картина подарила мне полного ощущения, что я оказалась в сказочных далях. И эта встреча подарила мне маленькие ключики прикосновения к тому, а как же происходит встреча с чудом, и как мы можем оказываться в сказочных далях. И это был такой восторг, ощущение, что вот эта иллюстрация о друге, о красоте синего кита, она может полностью менять вообще мировоззрение, мировосприятие, мироощущение. Вот он какой мир. Я понимаю, что это мир сказки, это мир сказочного мира. И вот это вот открытие, что вот этот плод, эта картина, красота синего кита, так рассказать о сказочном мире может без слов, о красоте сказочного мира, о необыкновенных глубинах, тонкости, красоте, высоте, о чем-то небо, чем-то таком, чего очень хочет душа, о морской сказке. И, конечно же, о самом этом герое, синий кит.